работать и как бы делать результат, который нужен и которого ожидают. Поэтому, чтобы дать результат, нужно сейчас войти в форму, набрать обороты. Вот такие планы. Сезон закончился довольно-таки поздно. Официально только игры закончились 23 мая, не считая плей-оффов. И получается, период для отдыха был как раз идеальный. Ни много, ни мало. Получается, не успел особо и потерять форму, но в то же время и, можно сказать, отдохнул. То есть, поэтому несложно. Микротравмы, но они не особо значительные, поэтому можно работать и как бы поддерживать все это. Несколько ребят новобранцев, как они вписались в команду? Хорошо, как бы ребята новые для людей, которые уже давно тут в сборной, кто, например, может, для Кирилла Фисенко, еще там для Славы Кравцова, ну как бы я всех знаю еще чемпионата Украины, поэтому знаю, чего от них ожидать, на что они способны. И, в принципе, работается с удовольствием и хорошая атмосфера. Олег Юшкин, какие у него функции, может, какие-то особенности? Он помогает в тренировочном процессе, объясняет, то есть, как мы будем играть в защите, то есть, особенно против пик-н-роллов. Поэтому достаточно интересно с ним работать, поэтому все супер. Условия хорошие. То есть все есть, все, что надо для подготовки сборной, все есть. Все довольны, плюс и город в 10 минутах езды, поэтому все отлично. Моря не хватает? Ну, как бы особо времени на него и не было бы. Ну, есть бассейн, и можно как-то заменять. Были там неприятные ситуации, может, недопонимания между тренерами и некоторыми игроками, которые не приехали. Как-то отразилось как-то на атмосфере в команде, как вообще? Я считаю, что-то никак не отразилось на атмосфере, это за площадкой. А то, что творится на площадке, то уже совершенно другое. Это уже другая работа, а разговоры – то уже десятые вопросы. Ну, у них есть определенные проблемы, то есть Пустозвон там со спиной, Липова там с желудком, поэтому мне сложно сказать.